Всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу поделиться с вами новиночками от Коммунарки. У нас в городе Минске есть фабрика Коммунарка. Я очень люблю сладости от этой фабрики. Я просто очень люблю новиночки, потому что стариночками я уже насладилась. Хочу что-то новенькое. И вот в таком красивом фирменном пакетике представлена продукция. Коммунарка существует с 1905 года, кондитерская фабрика, потому что люблю. Здесь вот такие вот красивые конфеты, шоколад, какао-бобы именно. Очень это все привлекательно. Вообще люблю все, что связано с какао-порошком, какао-бобами. Ну вот я гурман в этом деле. Все это я купила в фирменном магазине «Коммунарка», который находится возле торгового центра галереи, то есть излюбленное место свидания «Ромашка», когда у людей не было телефонов. Например, моя мама и папа встречались возле этого места. И там есть какая-то ностальгия. Там также очень чудесный горячий шоколад. Он необыкновенно вкусный, и черный, и молочный, с разными добавками. Ну и давайте же перейдем к моим покупочкам. В фирменном магазине «Коммунарка» можно купить продукцию не только от фабрики «Коммунарка», но и от других очень интересных представителей. Например, у нас в семье именно я и мой старший сын очень любим вот этот хрумстик. Постоянно покупаю этот хрумстик. Палочки кукурузные глазированные, и вот у них новинка — вкус манго. Может быть, и среди вас есть любители таких сладостей. 120 грамм. Вот так вот здесь все расписано, то есть состав немногочисленный, то есть достаточно полезная сладость, на мой взгляд. И яркий вкус, воздушный, хрустящий, источник энергии, экзотическое настроение. Все можно прочитать. И вот здесь вот можно даже какие-то фотографии делать, кто увлекается. Ну, мы вот любим. И очень много видов этого хрумстика. Поэтому, кто любит такие сладости, пожалуйста. Также можно купить наше советское шампанское. Причем я даже скажу, что наше шампанское ничем не хуже Майот. Особенно если вы возьмете брют или полусухое, это просто что-то. Но полусладкое тоже вкусное, кто любит сладенькое. Потому что я знаю, что есть люди, которые на стороне сладенького, и есть люди на стороне полусухого, сухого брют. Наше советское шампанское вот ничем не хуже дорогущих. Купил, и можно праздновать Новый год. Ну вот просто решила, что нужно, чтобы была бутылочка шампанского. Кстати, палочки кукурузные стоили очень бюджетно. 1 белорусский рубль 89 копеек. А шампанское 7 белорусских рублей 16 копеек за 0,375 литра. Если что, это Минский завод игристых вин. Ну и как же без подробностей? Катенька без подробностей не может. Изготовлена по прогрессивной технологии шампанизации виноматериалов из лучших сортов винограда. Шардоне, пино, алигате и другие. Продукция завода на международных конкурсах отмечена многочисленными наградами, в том числе гран-при. Вот такое вот у нас шампанское. Ну и теперь новиночки от Коммунарочки. Сначала покажу ту продукцию, которую я покупаю на постоянной основе у Коммунарка. Это, конечно же, вот эти вот птички в молочном шоколаде. Да, птичье молоко именно в молочном шоколаде. Я признаюсь, я люблю больше именно молочный шоколад, чем черный. На Коммунарке еще есть такое подразделение, как десертный. Но эти птички — это просто что-то. Кстати, в ассортименте Коммунарка есть еще птичье молоко и в черном шоколаде, и с разными вкусами. Но вот мои предпочтения — эти два батончика. Кстати, один батончик этот стоит 0,74, то есть за два я заплатила 1,48 белорусских рублей. Это очень бюджетно, а наслаждения очень много. То есть легкость, воздушность, нежность. И улетела от меня птичка в молочном шоколаде. Также состав очень хороший, то есть здесь не заменитель какао-масла, а именно какао-масло. И здесь именно такое вот взбитие классное этого именно начинки.
Также я заметила, что у них вышли вот именно Аленки в таком вот зимнем дизайне. И этот шоколад «Любимая Аленка» – это просто что-то. И тоже в ассортименте «Коммунарка» очень много продукции под названием «Аленка». Там есть и вафельные конфеты, и шоколадные конфеты с орешками, и шоколадки с разными начинками. Именно вот «Любимая Аленка». Мне нравится и оформление, и состав здесь чудесный, даже нечего говорить, тоже какао-масса на втором месте, причем натуральная какао-масса, это очень вкусная Аленка, всегда люблю ее с кофе или с чаем. Любимая Аленка стоит всего лишь 59 копеек. Теперь перейдем, вот они, новиночки. Это конфеты «Беловежская пуща» с очень редким наполнителем облепихой. Посмотрите, какой красивый рисунок. Зубр, символ Беларуси. Облепиха. С облепихой у меня связано очень много воспоминаний. У моей бабушки росла облепиха, она делала и варенье из облепихи. И мне нравится эта ягода. Также вот здесь вот написано, что конфеты шоколадные с облепихой. Они представлены вот в этой серии «Беловежская пуща» и с другими начинками, и с клюквой, и с черникой. Но вот это вот именно с облепихой новинка. И как презентовали эту новиночку, то есть на сезон простудных заболеваний рекомендуют употреблять вот эту вот конфету. И меня это так привлекло, и я удивилась, что именно в этом магазине я нашла эти две конфетки. За две конфеты я заплатила всего лишь 1 белорусский рубль 72 копейки. Очень бюджетно, а наслаждение-то какое. Но это для любителей именно таких вареньевых начинок. То есть здесь будет две вафельки, между ними вот облепиховая такая вот субстанция и орешки арахис. И все это покрыто натуральным черным шоколадом или десертным. Ну, мне нравится такая жизнерадостная упаковка, оранжевый цвет, он радует. Также хочу показать вот две конфетки. Одну мы съели, я покупаю обычно три конфетки на пробу. Вот просто увидела очень такое очаровательное зимнее оформление. То есть конфеты зимние со вкусом имбирь, лимон. Ну вот взяла. Я обычно такие конфеты не беру, но вот мне очень понравилось наполнение. Имбирь-лимон стоит 3 конфетки 0,66 копеек вот на пробу. У меня даже муж говорит, я коммунарка возненавидит, так как ты покупаешь по 3 конфетки. Но я же не только эти конфеты взяла, просто я пробую. И эти конфеты это просто что-то с черным густым чаем. Плотным, да еще с бергамотом. Если добавить эти конфеты зимние, здесь уже такая начинка мармеладно-вареньевая, но она более жидкая, чем обычно. Ну, наверное, эти конфеты только с конвейера. И вот это сочетание имбиря, которое придает конфетке такую какую-то терпкость, и лимона, это просто что-то. Только, по-моему, здесь вот покрытие, то есть внутри начинка такая вареньевая, а снаружи шоколад, я не знаю, этот шоколад натуральный у них или глазурь просто. Поэтому, ну, мне кажется, что здесь покрыто не натуральным черным шоколадом, а именно вот как раньше плитка, вот глазурь именно. Но это не говорит о том, что они невкусные, они просто невероятно вкусные. Кроме того, на пробу взяла вот конфеты «Беловежская пуща» с черникой. Здесь уже другая начинка, то есть покрытие вот глазурью под черный шоколад, а внутри такая черничная начинка, и мне кажется, подмешан и рис. То есть она двойная. Для чего уж я говорю, давайте при вас ножом разрежу. Раз, два, три, о-ля-ля. И здесь вот такая вот изумительная начинка. Это очень вкусно. То есть вот это, как я понимаю, такая карамель жидкая и черничка. Но эта серия «Беловежская пуща» у них потрясающая. Я так поняла, что они вот решили сделать уклон на именно вот эти все клюквы, ягоды, черники. Все, чтобы мы были здоровы. Стоили эти три конфетки, одну мы с мужем съели, 0,62 копейки. Ну вот просто взяла для дегустации. Люблю проводить дегустацию новинок от коммунарки.
Также взяла на пробу вот такие вот конфеты. Именно у них серия «Трюфель», шоколадная конфета с начинкой «Карамель арахис». Просто меня восхитила эта начинка. Я думала, что это будут просто слои вафелек, вот как классическая вафля в шоколаде. Но нет. Оказалось, что здесь вот очень похож вот состав, начинка, как здесь. То есть две полоски вафли, два листа вафли. Между ними вот именно, я так понимаю, карамельная начинка и арахис. Очень интересная интерпретация трюфеля, то есть трюфель, который трюфелем невозможно назвать, но очень интересно мне было познакомиться с этой новинкой. Вообще люблю вот эти вот конфеты именно под названием трюфель. Стоили эти две конфеты 3 белорусских рубля 8 копеек. Также купила уже проверенные новиночки, которые мне очень нравятся. Вот такая вот красота. Кстати, все упаковывают фирменные вот такие вот мешочки. То есть я сама брала, набирала, и потом на кассе мне взвешивали это все. Я по отдельным мешочкам наполняла. И вот эти вот конфеты, они уже проверены. Я помню, что в эту коллекцию у них входят еще ореховые конфеты и кокосовые. Но мне больше всего понравились вот именно эти батончики трюфельные, причем черные. Я покажу, как они выглядят. Покупаю уже второй раз. И это просто что-то. Особенно так вот эту конфету приятно смаковать с кофе, с чаем. Рекомендую попробовать. Вот именно вот как здесь написано, черный трюфель, так она и звучит. Стоили эти трюфельные конфетки, именно трюфель, 187 грамм, 3 белорусских рубля 55 копеек. Они очень вкусные для любителей вот именно таких вот батончиков, но в новой интерпретации. Я еще хотела в этом фирменном магазине взять мармелад, там еще разные виды чаев белорусских представлено. И я видела, что люди, туристы, они брали и чабрец, там и волошка, васильки засушенные, то есть сыпать для красоты в чай. Но сделала выбор в сторону вот именно вот этих вафельных трубочек, коровка, вкус топленое молоко. Обратите внимание, новинка, слодыч. У них там и печенье со вкусом топленого молока есть. Но слодыч — это еще одна известная фабрика, печенье. Я о ней почему-то мало говорю, потому что печенье редко покупаю, но наше печенье — это самое вкусное слодыч. От души говорю, оно такое же вкусное, как и конфеты шоколадная коммунарка. Вот здесь вот написан состав. Может быть, кого-то интересует, ну, состав, как для всех вафель. И слодыч — очень хорошая фирма именно печенье. Вот даже адрес написан юридически, улица Радиальная. У меня сын ездил на экскурсию, ему экскурсия именно на слодыш даже больше понравилась, чем экскурсия на коммунарка. Там как-то все, как я увидела, было глобальнее. Вот такие вот покупочки. Шампанское отставлю, вдруг нельзя о спиртном разговаривать. Единственное, я не показала, как выглядят эти кукурузные палочки, бомбические. Вот так вот они выглядят, то есть такая классика лета. Классика, вот воспоминания о лете, когда видишь вот этот оранжевый цвет, тем более я себе еще купила и аромат манго-манго от Монталь, поэтому, как видите, у меня такое а-ля праздничное настроение. За все покупки я заплатила 24 белорусских рубля 85 копеек. Это очень бюджетно, а радости полная ваза. На этой приятной вафельно-шоколадно-трюфельной теме я заканчиваю это видео. Пишите, что вы любите кушать от коммунарки, от Слодыши. Вообще, знаете ли вы такой бренд белорусский? И что в вашем крае самое такое колоритное, что вы кушаете из сладостей? Мне будет очень интересно пообщаться с вами в комментариях. Пока-пока! Я тут все складывала и забыла показать, что у нас даже есть лимитированная вот такая вот шоколадка. Их уже, как я понимаю, сняли с производства. Вот она у нас до сих пор хранится, она очень вкусная. Но в этой линейке есть и другие шоколадки, похожие на нее. Но именно эта, она такая с лимонной такой начинкой, кисленькой. Вот не просто так, секретная начинка, эксклюзив от Coco Bay. Только в киоске в переходе я увидела, распродаются остатки этой шоколадки. Ею можно наслаждаться до 19.08.2024 года. Вот сын хранит, не открывает.
То есть у нас на коммунарке есть даже вот такие вот эксклюзивные товары, лимитированные. А это мы празднуем католическое Рождество. Хоть мы и православные, но мы этот праздник тоже празднуем. И хочу поздравить вас с наступившими или наступающими праздниками. Все зависит от того, когда вы смотрите мое видео. Желаю всем здоровья и прекрасного такого праздничного настроения. Пусть все вас согревает.